2020 год, столетие ТАССР. Этот день в истории республики был богат на события. Ровно 100 лет назад вышел первый номер газеты «Кызыл Яшлар». Сейчас это «Татарстан Яшлары». В 1939 году в этот же день решили создать дом-музей Ленина в селе Кокушкино. В 1945 в Будапеште сержант Алексей Исаев закрыл своим телом вражескую амбразуру. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Казани в его честь названа улица. В этот день, в 1979-м, начали строить новый корпус Казанского университета. Сегодня это УНИКС. А 22 января 1994-го Ментимир Шаймиев подписал указ о создании музея-заповедника «Казанский Кремль». А что главное сегодня?